Модельная библиотека открывает широкие возможности и для жителей майского сельского поселения. Это не просто присвоение нового статуса учреждению культуры, а совершенно новый подход к деятельности библиотеки, который качественно изменит жизнь сельского жителя. В процессе модернизации классическая детская библиотека трансформируется в многофункциональное актуальное социальное пространство. Она станет яркой точкой притяжения для юных жителей поселения. Модельная библиотека встретит своих читателей новым библиотечным фондом, современным компьютерным и интерактивным оборудованием, удобной мебелью и авторским оформлением залов. Теперь читатели смогут получать информацию не только из книг, но и в цифровом формате, рассказала директор межпоселенческой централизованной библиотечной системы района Фатима Хакунова. Учреждение распахнет свои двери в сентябре этого года. Благодаря национальному проекту «Культура», проекту «Единая Россия. Культура малой родины» мы прошли конкурсный отбор в 2023 году как модельную библиотеку «Майская сельская библиотека», филиал номер 13. Это у нас четвертая по счету библиотека, что очень это для нас отрадно. Почему? Потому что в связи с модернизацией библиотека меняется в лучшую сторону. На сегодня пополнился книжный фонд новыми изданиями. На сегодня мы закупили полностью оргтехнику. В связи с чем после модернизации практика показывает, что число посетителей увеличивается в разы. В доступности будет компьютерная зона для всех наших читателей, зона тихого чтения, зона для проведения различных мероприятий, культурно-массовых мероприятий, что позволит каждый читатель найти свое место в новой обновленной библиотеке. Сотрудники учреждения отмечают, что модельная библиотека – это не просто смена названия, это совершенно новый подход к деятельности библиотеки, возможность изменить жизнь читателей. Наши читатели очень рады, что у нас будет модельная библиотека, очень довольны, что пополнится новыми названиями, большим количеством экземпляров наш фонд, потому что старенькие книги мы уже все перечитали. Очень благодарны мы и большому поступлению периодических изданий. Читатели рады, с удовольствием читают и ждут открытия модельной библиотеки. Надеемся, что в недалеком будущем Майская модельная библиотека станет культурным центром притяжения всех жителей, независимо от возраста, где каждый сможет найти по душе и книгу, и увлечение.